И еще немного об очередном театральном открытии. К тому, что один фестиваль может состоять сразу из нескольких, мы привыкли. Но когда два смотра одновременно везут одну и ту же постановку, это редкость. В рамках «Золотой маски» 13-го фестиваля театров малых городов России в Москве показали спектакль студии «Грань» из Новокуйбышевска. Камерный театр существует уже 40 лет. С 2011-го им руководит актер и режиссер Денис Бакурадзе. Его постановки уже получали гран-при фестиваля малых городов и попадали в лонг-лист «Золотой маски». В этом году его спектакль «Таня, Таня» номинирован сразу в 6 номинациях. Подробности у Ирины Разумовской. 6 актеров и 1 режиссер. Это и есть весь театр, студия «Грань». Не только декорации и костюмы, но и 3 родные стены они привезли из своего города Новокуйбышевск, где живет всего 108 тысяч человек. Маленький театр так любят, что приезжают даже из соседних городов – Самары, Чапаевска, Тольятти. Жюри «Золотой маски» тоже прониклось к небольшой труппе. Получается, что почти все ее участники претендуют на премию. У театра 6 номинаций. А первыми его заметили кураторы фестиваля театров малых городов России и посоветовали подать заявки на «Маску». Это очень важный творческий обмен. Это обмен творческими практиками, это обмен режиссерскими идеями. И, безусловно, и Министерство культуры, и Театр нации выполняют здесь важную функцию, функцию поддержки театрального процесса в малых городах. Очень весомая такая штука, потому что, участвуя в этом фестивале, мы понимаем, что и город понимает, что это является победой и участием, это имидж города, это его составляющая как лицо. Денис Бакурадзе на «Золотую маску» номинирован как лучший режиссер. Спектакль по постмодернистской пьесе Ольги Мухиной о любви в 90-е у него получилось сделать удивительно легким и стильным. Когда вы влюбляетесь, вы же не даете себе отчет или не контролируете себя совершенно. Что я делаю? А как? А что? Вот этот спектакль именно действительно об этом вот состоянии. Таня везде, и сейчас, и когда ее нет, ее глаза выглядывают из-за книг. Они очень красивые, эти глаза очень. Еще она в каждом моем вздохе, в каждом моем взгляде Тани поцелован, каждый мой сантиметр. Режиссера вот сейчас здесь нет, но я открою секрет. Я хочу его пригласить на постановку в Театр нации. Это... С одной стороны, для нас важно, мы растим молодые таланты. С другой стороны, это важно для молодых режиссеров, потому что они могут опробовать свои силы не только в том городе, где они работают, но и в других театрах. Для режиссера небольшого театра из маленького города это, конечно, огромный подарок и вызов. Так же, как стоя в одном ряду со столичными театрами и другими маститыми коллективами, бороться за «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы». Ирина Разумовская, Павел Каратаев, «Новости культуры».